дворец, который мы с вами видим, был построен королем Мурсии, эмиром Ибн Марданисом, примерно в 1160 году нашей эры. Дворец был построен на вершине холма и находился недалеко от крепости, которая называется Монте-Агудо. На данной иллюстрации мы с вами видим расположение дворца. Рядом возвышается крепость Монте-Агудо. Дворец Ибн Марданиса находился примерно в 5 километрах от города Мурсии. Это здание было не просто дворцом, но было укрепленным дворцом, или дворец плюс крепость. Сейчас мы с вами пройдемся по этой крепости, по этому дворцу и постараемся рассмотреть все более подробнее. Стены до сих пор сохраняют следы облицовки и штукатурки. На этом месте, в центре дворца, раньше располагался зал с красивыми садами, деревьями, бассейнами, который примерно выглядел вот так. К сожалению, местные фермеры на этом месте вырыли такой резервуар для собирания воды, орошения своих садов и огородов. Наружные стены дворца были созданы с помощью раствора, известкового раствора, который мешался, я так полагаю, с какими-то камушками, песком и потом заливался. Затем эти стены штукатурились с помощью глиняного раствора, как мы здесь с вами видим. И затем уже наносилась чистовая шпаклевка, известковая. На этой шпаклевке были очень красивые расписные фигуры.
описаны разными сценами, пейзажами, фигурами, очень красивыми. Одна из таких я вам приведу сейчас. Ранее я вам говорил, что в центре дворца был зал с садами, деревьями, бассейнами. По периметру этого зала, то есть вокруг этого зала, были проходы с комнатами, которые примерно выглядели вот так. С вами сейчас идем по одному из таких проходов, точнее, по тому, что осталось от этого прохода. Отсюда открывается очень красивый, великолепный вид. Здесь сейчас выращивают цитрусовые растения. В основном это лимоны. Вы можете видеть такое вот остроконечное возвышение. Это возвышается крепость Монтеагуда.
здесь мы с вами видим, что уже начали проводиться реставрационные работы, то есть последствия реставрации. Как видите, что вот все покрывается для герметичности и сохранности. Но, тем не менее, теряется историчность данного объекта. Здесь мы с вами уже, ребята, снаружи, и мы смотрим на стены дворца уже снаружи. Как я выше говорил, что они состоят вот из таких вот башенок. Вот все стены покрыты такими башенками. Внутри каждой башенки находилась комната. Примерно это выглядело вот так, как на данной иллюстрации. Кстати, здесь вот хорошо видно, что стены имели следующую такую конструкцию, что наружные стенки, они были литые из известкового раствора и усилены камнями, а внутри была утрамбована глина или земля, или глина. Вот мы видим остатки этих стен.
Здесь очень хорошо видно, как строители использовали скалу как фундамент. Только представьте, ребята, что примерно 1000 лет назад здесь были великолепные виды, изысканные архитектурные строения, расписные красивые стены, множество вельмож в богатой одежде с драгоценными украшениями. Эмир, царь Мурсии, здесь тоже находился, восседал. Они ходили по вот этим вот проходам, ихние ноги касались этого всего. А теперь это все в запустении. Они ушли в небытие, и то, что осталось от них, это вот эти вот развалины, как напоминание, что эти люди некогда жили здесь. Да, время, конечно, берет свое, и с ним не поспоришь.